Привет. Что, настроение? Наденем с тобой браслетик? Привет, здравствуйте. Как ваши дела? Расскажи, как дела твои? Хорошо, запрыгивай. Какой мультфильм будем включать? Не придумала еще. О, зато смотри, у меня какая штука есть. А, не собак. Знаю, про собачек, щенячий патруль будем смотреть? Да. Давай. Она на нее посмотрела и говорит, что вот этот передний зуб похож уже на пульпит. Угу. Посмотрим. Ага. Говорит, срочно надо что-то делать. Какие мы с тобой очки выберем? Смотри, у меня есть с мишкой, есть с кошечкой, а есть с сердечками. Сердечками? Давай. Скай, потому что девчонка. Как выглядит корень и косточка. Берегу, да? Да, да. И дальше мы уже с вами решим, что делать. Вот, мы сейчас пока тогда зубки почистим, а в конце сделаем снимок и с вами уже определим план наших дальнейших действий. Кого-нибудь такой любопытный? Чего, пойдем с тобой фоткаться тогда сейчас? Побежали. Побежали, нам с тобой направо. Побежали. Пойдемте с нами. Да, я думаю, не знаю, она хотела вас с собой взять. Пойдем сейчас с тобой вон там сфоткаемся. Помнишь, как мы фотографировали зубки в прошлый раз? Здравствуйте. Забирайся на белый стульчик, сейчас будем с тобой наряжаться. Вот так посмотрит на носик, ладно? Ты широко открывай ротик. Молодец. Показания к лечению есть. То есть мы вот здесь видим кариозную полость, которую, в принципе, вылечить нам надо. Это который по соседним? Соседним, да, да. Тот зубик, который темный, у него, собственно, вот мы видим, рассосался корень. Из-за того, что он был в свое время травмирован. Mm-hmm. Лечить его вот здесь смысла нету. С ним уже надо будет прощаться. Такие цветные, я сейчас покажу. И вот такая вот еще есть. Какую щеточку будешь выбирать? Такую возьмем?